Всем привет, добро пожаловать на канал Natalie for You. Меня зовут Наташа, и сегодня у меня очень приятная тема для видео. Это красивая и любимая косметика в моей коллекции. Покопаемся опять в моей коллекции и посмотрим, что же у меня красивого есть и что я очень сильно люблю. Итак, если вам такая тема интересна, то, конечно же, продолжайте смотреть. Я вам хочу напомнить, если вы вдруг не видели, что похожее видео было уже у меня на канале, предыдущее, но оно называлось «Красивая, но нелюбимая косметика». То есть та косметика, которая была очень красивая внешне, но по каким-то параметрам меня разочаровала. Конечно же, ссылочку на это видео я оставлю внизу, и вы можете его посмотреть сразу после того, как это видео посмотрите непосредственно. Ну и также напоминаю вам, что вы можете подписаться на канал, если вам такие видео интересны, и поставить колокольчик, тогда вам уведомления будут приходить самыми первыми о том, что видео на канале вышли. И, конечно же, не забывайте, что ваши лайки и ваши комментарии очень сильно помогают и поддерживают и продвигают мой канал. Первое, конечно, Герлен. Герлен умеет выпускать красоту, будь то их лимитки, будь то их постоянная коллекция. Конечно же, метеориты – это визитная карточка Герлен. Они на этом много чего сделали, сыграли, очень-очень развили эту тему, так скажем, со своими метеоритами, регулярно какие-то обновления и так далее выпускают. Несколько, наверное, отошло это сейчас на второй план, но коллекционеры метеоритов остались, и люди, которые каждый год покупают новые выходящие в них баночки. За некоторыми я тоже даже охотилась, но в итоге так и не купила. У меня же здесь для вас что-то из их регулярной коллекции, и это компактные метеориты. Мне очень нравились в свое время метеориты в баночке, но компактные метеориты — это тоже та пудра, которая придаст такое сияние, свечение вашей кожи. Конечно же, в основном она подходит не для жирной кожи, а для сухой. Но если мы говорим о том, что вы хотите вот такую какой-то эффект создать на лице, то да. И насколько великолепно выглядит, как вы понимаете, этот кейс, это вот так вот я вам его покажу. Это очень красиво. Я не знаю, кто изобретал вот этот логотип метеоритный, но он просто пленяет меня. И у меня также есть метеориты вот такие. Это была лимитка, я не помню какого года, но это практически одна из самых любимых вообще моих вещей, которую я считаю, что нужно прям иметь в коллекции. И она хранится, знаете, у меня есть стол косметический, и есть много-много ящиков, в которые ты лазишь не всегда. А есть ящик, где лежат такие самые вот продукты, которые схватил, накрасился и побежал. Что-то ты, конечно, перекладываешь и делаешь, так скажем, замены некоторые, да, но вот эта штучка лежит там всегда. Вот когда хочется, опять-таки, какой-то флёр нанести на лицо, очень и очень красиво, мне очень нравится. Они просто молодцы. Запах — отдельная вещь в метеоритах, классненькая. И то, как они оформлены, я просто влюблена. Я поняла, что видео просто может быть бесконечным, если я про каждый продукт буду так долго рассказывать. Но надеюсь, что да, вы будете его смотреть. Марк Джейкобс — это следующая марка, которая, может быть, попадется здесь вам несколько раз в течение моего видео. Но в общем и целом я обожаю их черные кейсы, в которых оформлены все сухие продукты. Я обожаю их белые кейсы, в которых тоже оформлены у них и тени, и бронзеры, и так далее. То есть их оформление — это просто красотища. Посмотрите, насколько эстетически красиво выглядят эти румяна, вот эти полосочки, это смешение цветов. У меня они в оттенке 502, и это один из лучших, по-моему, оттенков. Он такой коралловый, освежающий, красивый. Мне даже нравится то, что, вы знаете, наверное, ни у одного из люксовых брендов, которые я покупаю, нет вот этого. Это тоже такая мини-штучка. Вот та целлофаночка, которая обычно прикрывает, и мы ее выбрасываем, то здесь это не целлофаночка, здесь это такое
красивая из пластика с логотипом Marc Jacobs, которым вы можете прикрыть зеркало, если вы блогер, например, и показываете, и зеркало тогда не будет видно. Ну или еще для каких-то целей использовать. На самом деле, даже вот в этих мелочах, этот черный кейс, который застегивается на эту серебряную застежечку, серебряные буквы Marc Jacobs, настолько это лаконично, красиво, минималистично как-то, но в то же время просто конфетка. Не уходя далеко от темы Марка, ну вот вы понимаете, да, здесь история с их тенями, у них достаточно неплохие тени. Вот эта палетка может быть не самая моя любимая, но тем не менее я ее попользовала так достаточно хорошо, и качество теней мне здесь нравится и меня здесь устраивает, кроме, наверное, вот этого вырвиглазного розового, который я не понимаю, какое у него здесь назначение, но тем не менее эта палетка мне понравилась. Но вот эта палетка, это вообще была моя любовь, за которой я долго-долго охотилась и не думала, что ее привезут в Россию. В итоге вы ее в Россию привезли все-таки, а я, по-моему, заказала ее уже не из России. И в белой палеточке вот лежит белая вот эта пластиковая штучка с логотипом Marc Jacobs. На белых палетках уже золотыми буквами написано Marc Jacobs. Такое даже, я бы сказала, какой-то rose gold, наверное, розовое золото. Посмотрите, насколько красивые оттенки. Она же была фаворитом у стольких-стольких людей. Ее столькие показывали, 790 оттенок, а здесь 710 оттенок. Любовь, обожаю, настолько красиво кейс. Я не знаю, кто их дизайнеры, кто над этим работает, но настолько красиво кейсы сделаны, что ты просто влюбляешься вот с одного взгляда, с одного прикосновения. Это вот так приятно держать в руках, что... Блин, я точно фетишист, наверное. И опять, не уходя далеко от Марка Джейкобса, вы посмотрите, есть у меня черный и белый кейс тоже. Я не знаю, вот этот формат до сих пор они выпускают или нет. Я заказывала его в свое время из США, и мне очень, в принципе, устраивает вот этот контуринг. Он такого спокойного оттенка, который вот... естественный, который хорошо контурирует, это не бронзер. А вот этой штучкой как раз-таки можно под... Это не как пудра использовалась, а как высветление мною зоны под контурингом. И тогда контуринг такой более выраженный. Я понимаю, что сейчас контуринг не на самом пике популярности, но все-таки скулы многие себе подрисовывают, контурируют, чтобы их выразить. Просто сейчас это делают не настолько ярко выраженным, более нежно, более деликатно, но продукты можно использовать те же самые. И вот это белое. Белое – это любовь. Я не знаю, из-за чего больше. Из-за того, что тут внутри кокосовый красивейший бронзер, который называется Tantastic 104 у меня. Или из-за этого белого кейса. Я вот стала бы обладателем всех белых кейсов от Marc Jacobs. И дальше еще дойдем еще к одной марке, которая выпускает косметику в белых кейсах. Мне просто вот в мою душу западает. Я не знаю, почему немногие бренды, очень немногие бренды выпускают белые кейсы. Большинство, как вы знаете, выпускают кейсы черные, синие, серые, какие-то еще золотые, серебряные, но белые нет. А белые — это вот попадание в самое мое сердце. И, кстати, здесь серебряные буквы, в отличие от палетки теней. У меня не так много продуктов от марки Clé de Peau, но даже, наверное, больше это уходовых средств, но все-таки я являюсь счастливым обладателем их хайлайтера. Я ни минуточки, ни граммулечки не сожалею, что я купила это великолепие, которое абсолютно так же великолепно, как оно выглядит в футляре, чтобы вы видели, так же великолепно, как оно выглядит в футляре, это выглядит на вашем лице. Кто бы подумал, белый, какой-то белый хайлайтер, очень-очень странный, но на лице выглядит очень красиво. Очень деликатно, очень нежно подсвечивает, и я могу вам сказать, что тут такое солидное углубление, глядя ближе на него, потому что я им действительно люблю пользоваться. А также я люблю пользоваться то, что здесь вот такое, какие-то алмазные кристаллы, грани, посмотрите, как это переливается, это можно, как его, гипнозом заниматься, наверное, с помощью этой коробочки для всех любителей косметики. Потому что это вот ты смотришь, и у тебя как какие-то
звездочки перед глазами бегут от той красоты, как это выглядит. Вот насколько красиво это выглядит, я вам не могу передать. Поэтому я вот как только увидела практически при ближайшем рассмотрении и сразу купила вот этот серебряный кейс. Оттенок, кстати, 17 у меня. Вот такие мелкие вещи, как выбитый логотип. Я не знаю, обращаете ли вы на такие вещи внимание. Для меня почему-то это бывает важно. Ну что ж, мы пришли к еще одной марке с белыми кейсами, и знатоки, наверное, сразу поняли, что я говорю про Tom Ford. У них кейсы тоже великолепные, красивые, но все-таки Marc Jacobs почему-то мне нравится больше. Вот не знаю почему. У меня бронзер Terra в маленьком кейсе, а как вы помните в прошлом видео, если вы не смотрели, то обязательно посмотрите, я показывала, что у меня хранится в большом кейсе от Tom Ford, а здесь маленький, 8,7 граммов, 0,2 тера оттенок, очень-очень популярный бронзер, я его тоже сильно люблю, и здесь так вот поюзано существенно, и красивый кейс, очень-очень люблю белое, вот не буду всю ту тираду, которую я уже вначале сказала, говорить про то, что белые кейсы для меня это супер находка. Я также вам покажу тени, конечно, Tom Ford. Это те коробочки, те баночки, к которым стремятся все. Я могу сказать, что сюда я вам принесла палетку Coco Mirage, которую я на самом деле не очень сильно люблю. Но я люблю палетку Orchid Haze от Tom Ford. Не ту захватила и сейчас уже не побежала за обновкой. Это я тоже достаточно много пользовалась. Просто я считаю, что действительно за те деньги, которые она стоит, есть палетки, конечно, получше. Orchid Haze мне нравится палетка. Но говоря вот про вот это оформление, то, как она выглядит, это красотища. А белая, да еще с такими вот летними, красивыми, сочными оттенками, это вообще попадание в самое сердце для меня. И я могу сказать, что и макияжи мне нравятся, какие здесь получаются. Очень-очень такие искристые, легкие, шелковистые оттенки. Полностью палетка устраивает. Довольна я, что она у меня есть. И оформление тоже радует, как понимаете, меня каждый день. Еще одна кипа коробочек, и я чувствую, что я очень-очень быстро продвигаюсь, я молодец. Estée Lauder. Марка Estée Lauder мне тоже нравится, как оформляет свои продукты. И я здесь вам покажу 310 оттенок их румян, который я тоже уже многократно хвалила. Это великолепный, красивый такой персиковый оттенок, который очень сильно вас освежает. Не поленитесь, дождитесь, когда будут скидки в золотом яблоке, 50% на Estée Lauder бывает вообще супер регулярно. Этот оттенок, который вас будет радовать своим качеством, а этот лаконичный футляр будет радовать вас своим оформлением. Я вообще, в принципе, люблю, знаете, когда вот так не по-цыгански, ай-на-не-на-не, ну, я не знаю, что назвать таким, бывают вот такие, ну, не знаю, как-то бэкку я не очень люблю в оформлении. Вот как-то там перебор для меня много. Бывает, вот так оформят они иногда. Даже Estée Lauder этим страдает иногда в своих лимитках. Они что-то там оформляют, что мне не совсем нравится. Но вот их регулярная коллекция очень красиво оформлена. Еще один продукт, который вот при взгляде сразу хочется купить. По крайней мере, у меня вызывает такие эмоции. Вот палетка от Hourglass. Когда я ее смотрела, видела в руках блогеров, как вот они вот это все дело показывают, как они все это дело трогают, как это красиво. Мне сразу захотелось купить палетку от Hourglass. У меня она Ambient Lighting Palette. Здесь у меня пудра, хайлайтер и небольшое что-то бронзирующее. Но я бы так назвала вообще на самом деле, да, чуть-чуть золотинку такую придает коже. Это очень-очень хороший продукт по наполнению внутри. С этим вы даже не можете поспорить, потому что миллион человек сказали, что это хороший продукт, и я вам тоже это подтверждаю. Но и то, как оформлено, то, как необычные формы, я бы сказала, у них эти продукты, мне очень нравится. Несмотря на то, что здесь вот как бы казалось коричневый цвет, но мне нравится. Еще один продукт в трешке, это тройка хайлайтеров, которую вы навряд ли вообще найдете в России. Это Laura Mercier, которую я покупала, будучи в поездке за границей. Это лимитка
по-моему, прошлого Рождества, которая очень-очень красиво оформлены продукты, которые продукты мне, в принципе, нравится использовать как на глазах, так и на лице. Ну, не все, конечно, хайлайтеры нравится использовать на лице, но на глазах они тоже великолепно смотрятся. Ну и, конечно же, вы не поспорите, что продукт очень-очень красиво оформлен. Они постарались, типа здесь такая, как эмалевая картинка, выглядит это, по крайней мере, так, ну, такое панно какое-то. Очень прикольно в оформлении, мне действительно нравится. И в первом видео была у меня Шарлотта вот с этой палеточкой, а во втором видео опять Шарлотта, только, конечно, с палеточкой, двушечкой, контур-хайлайтер. Один из самых моих любимых контуров, одна из самых больших дырок в этом контурирующем средстве. Если вы не знаете, как оно называется, это Filmstar Bronze & Glow. Я совсем не уверена, что название всех продуктов и ссылки на все продукты я подпишу снизу. Так что ставьте на стоп-кадр и записывайте так, как это делаю я. Если вы вдруг не знаете про эту палетку, это один из лучших продуктов в мире контурирования, который великолепно оформлен. Мне нравится вот этот красивый, лаконичный металлический кейс. Какой он такой тяжеленький, увесистый, красивый. Вот все хорошо в нем. На очереди у нас Too Faced. И это такой не совсем люкс. Но здесь мне очень нравится оформление. Почему но? Если бы были продукты у меня красиво оформленные, но не люксовые, я бы вам их тоже, в принципе, наверное, показала. Но в большей степени то, что меня вот красиво восхищает и радует, это чаще всего бывает, конечно, бывают люксовые продукты. Итак, они очень сильно постарались над тем, как вот наполнение оформить, и это сильно-сильно привлекает. И бронзер называется Sweetie Pie. Radiant Matte Bronzer. Это один из моих любимых бронзеров, не супер признанный, может быть, многими людьми, которые показывают вам косметику, бьюти-блогеров, так скажем, но я его очень сильно люблю. Я не знаю, почему он так не разошелся. Может быть, рекламная кампания была не супер активная, немногим его рассылали. Я очень люблю этот бронзер, он действительно классный. На очереди у меня Chanel, еще один бронзер. И здесь уже вот раскраска, яркость и красочность, вот Sweetie Pie, уступает лаконичности. Это Libesh крем Healthy Glow Bronzing Cream Soleil Tan. Все-все-все вам сказала. Начиная от вот этой промежуточной крышечки, которая у нас с логотипом Chanel, заканчивая тем, как был оформлен сам бронзер. Даже здесь вот такие вот кружочки были такие красивенькие. И тем, как оформлена эта баночка. Я бы, конечно, в миллион раз больше порадовалась, если бы баночка была не из пластика, а из стекла. Но все-таки такой пластик достаточно надежный, крепкий и увесистый. И мне нравится, что это действительно вот настолько спокойно, красиво, лаконично. И больше нечего сказать. Продукт сам, конечно же, тоже я очень сильно люблю. Еще один бренд, который очень сильно люблю за их оформление сухих продуктов, это Burberry. У Burberry тоже, если мы говорим о спокойном, лаконичном, красивом оформлении, это именно то. И в то же время про качество говоря, я очень сильно люблю их контуринг, контурирующее средство. Я очень уважаю и красивым считаю вот этот хайлайтер. Здесь в оригинале была просто великолепная разрисовка, как произведение искусства, как картина какая-то. Ну, сейчас подстерлась, конечно же. И я очень сильно люблю их тени. У меня две или три палетки их теней. Они удачные. Не все их понимают, но они ежедневные. Они действительно для базового ежедневного макияжа просто великолепно подойдут. Вы без проблем нанесете этот макияж, будете с ним целый день ходить. Они легко тушуются между собой. Это не будет что-то ярко выраженное. Это вам не Анастасия Беверли Хиллз или Наташа Денона или что-то еще. Но эти тени, они вот такие для обычного, нормального, хорошего макияжа. Поэтому здесь уважаю все. И оформление, лаконичность этого оформления, и сами продукты внутри.
Ну и куда же нам в таком видео без Диора? И я вам хочу показать одни из самых своих любимых румян. Я вообще очень люблю оформление Диор и их классической коллекции. Но вот это меня просто сразило на повал. Это Rosy Glow 001 Petal. Я не знаю, сейчас перевыпустили, не перевыпустили, но выглядела она именно так. Здесь такая полупрозрачная коробочка, здесь такая красивая серебряная кисточка с надписью Dior, которую даже не хочется вынимать. На самом деле в некоторых я вынимаю, но здесь совсем не хочется. Это оттенок румян, который я купила не потому, что он мне подошел, а потому, что мне очень-очень хотелось этот продукт. Именно больше из-за внешнего вида я купила этот продукт. Но он оказался настолько хорошим и универсальным, что я уже много-много раз вам его хвалила. И сейчас, может быть, чуть-чуть подзабыла, давно не показывала, но продукт супер-супер классный. Еще одна красота, это Шанель опять. Ну, вы понимаете, да? Ребята умеют выпускать красоту в оформлении, все оттенки коричневого. Это, так скажем, конкурент и аналог Coco Mirage от Tom Ford, только с гораздо большим количеством оттенков. Мне нравятся эти спокойные коричневые тени, когда мне хочется какого-то спокойствия, а кейс мне нравится всегда. Господи, как же вы умеете красиво, красиво делать свои баночки и коробочки. Ты просто не можешь пройти мимо вот такой штуки, сколько бы она ни стоила. Просто сидишь, мечтаешь, хочешь волшебный значок Шанель, завораживающий. Ну, не знаю, как еще сказать. Оформление для меня одним, как я уже 500 раз уже, наверное, сказала за эти видео, одним из таких важных факторов является в решении, принятии решения, купить или не купить косметику. У меня на очереди две палетки теней, и это Бекка. Я вам покажу обе. Одну из них по использованию я люблю меньше, потому что, наверное, господи, тут даже две. Потому что, наверное, тут такая более холодная гамма, и мне она реже заходит к использованию. Тут больше каких-то сияшек. А в принципе, оттенков, которыми можно скульптурировать века, так скажем, их гораздо меньше. Но, тем не менее, нравится в использовании. А вот эта палетка от Бекки, которая уже в золотом оформлении, я на самом деле так долго сопротивлялась покупать. Я ее купила только на какой-то суперфинальной распродаже, когда вместо 4000 она стала стоить 2000. И вы не поверите, я считаю, что эти тени, они просто одни из самых лучших в моей коллекции. Много раз вам говорила, много раз хвалила. Я не знаю вообще, наверное, эту палетку уже нигде нельзя купить. Но каждый раз вот, буквально, наверное, на прошлой неделе, на позапрошлой неделе я опять взяла ее в руки. И я понимаю, что каждый раз, делая макияж этими тенями, мне хочется на следующий день этими же тенями делать макияж. Потому что он настолько легкий, простой, ненавязчивый, но в то же время он тебя украшает. Ты не что-то вырвиглазное имеешь на себе, а ты имеешь такой красивый, благородный макияж, с которым ты выглядишь так, не знаю, как такая красивая, красивая женщина, и в то же время не выглядишь такой, ну вот, перенакрашенной, перенасыщенной. Обожаю эти тени и буду им всегда петь дифирамбы. Даже после достаточно большого перерыва, возвращаясь снова и снова к этим теням, я понимаю, что они крутые, и у меня для них не так много конкурентов, именно по тому эффекту, который я вижу на своих глазах, как мне вот нравится финальный результат. Теперь плавно перехожу к бутылочкам и баночкам, и в конце, конечно же, будут помады. Я хочу вам показать, конечно же, лайнер. Я не могла его не показать. Это Tom Ford. Это то, в чье оформление и в чье качество я влюблена с самого первого дня покупки и по сей день. Это уже моя повторочка, так скажем. То есть один у меня уже закончился. Его хватило на безумно долгое количество времени. И лайнер сам по себе очень крутой по качествам, ну и лаконичный в оформлении. Вот придраться просто не к чему. То, как это сделано, то, как это качественно рисует, просто великолепно. Из консилеров, ну, их достаточно много, наверное, но тем не менее есть те, которые мне не нравятся. Мне не нравится, например, консилер от Burberry, потому что у него спонжик на конце. Здесь все-таки кисточка.
Estee Lauder, Yves Saint Laurent. Но как пример я вам решила показать, что мне нравятся вот такие вот золотые консилеры в ручке. И они выглядят как-то презентабельно, красиво, маняще. И мне всегда их хочется, в принципе, купить. Guerlain, еще один продукт от Guerlain. Это метеориты вот такие, которые тоже очень сильно меня манят. Как вы понимаете, что метеориты это какое-то... Супер успешное слово для Guerlain. Они переформатировали, перевыпустили. Раньше в другой баночке выпускали, но и в этой, и в другой баночке. Мне нравится просто по-сумасшедшему. Сама база внутри очень классная, подсвечивающая, придающая такое сияние и свечение кожи. И хорошо комбинирующаяся со всеми тональниками, которые я с ней пробовала комбинировать, но в то же время еще очень-очень красивое оформление. И да, стеклянная бутылочка в тональниках мне нравится гораздо больше, чем пластиковая. И два тона, которые я вам могу показать. Giorgio Armani, который я полюбила практически к его окончанию. То ли структура моей кожи стала другой, то ли я начала его использовать в правильное время года, а его лучше использовать для моей кожи в более холодное время года. Но все-таки я его заценила. Это Luminous Silk Foundation, который выглядит очень-очень красиво. Вот прямо хоть на открытку, на обложку, на фотосессию, куда угодно, ваша кожа будет выглядеть очень красиво в кадре, но не только в кадре, но и в жизни она выглядит очень красиво. Я обязательно буду повторять. 4,5 у меня оттенок. И да, вот эта вещь, которую я сначала считала неподходящей для меня, она у меня плыла, но я использовала летом. А вот в холодное время года просто отлично, очень красиво выглядит. Ну и мой любимый тональный, который я очень люблю, в том числе за его оформление. Один из любимых тональных, я скажу, у меня есть Tinted Ultra-Wear Nude, который я люблю больше, чем Tinted Ultra-Wear, но тем не менее, вы понимаете, это все из одной линейки, и этот тональный я люблю за то, как он оформлен, опять стеклянный матовый флакончик, такая... Какое-то опять все лаконично, все красиво, не кричаще, без чего-то излишнего, 0,1 оттенок, кому было интересно. И да, продукт внутри тоже супер классный. Ну что ж, остались только помады. И единственный бюджетный продукт из помад, который я вам покажу, это Кико Милана. Я очень люблю, как оформлены их 3D Hydra Lip Glossы. Они великолепно, во-первых, на губах смотрятся, придают такой 3D вам блеск. А во-вторых, это вот такой красивый... такое даже дизайнерское для меня какое-то оформление. Кико вообще красиво оформляет косметику, и может быть стоило мне что-то тоже вам показать из Кико, но показала то, что действительно первое в душу западает и очень-очень сильно нравится. А вот эта помада, этот блеск от Кико, кстати, это 27 оттенок, он такой прозрачный на самом деле на губах, он меня, но дает холодный оттенок губам, он меня очень сильно восхищает. И теперь уже люкс. Очень люблю вот эту серию от Estee Lauder. У меня есть как жидкий блеск или Lip Maximizer, он называется, Lip Volumizer, так и гигиеническую помаду, просто ухаживающую за губами от Estee Lauder. Вот это розовое оформление, просто великолепное. Здесь розовые флаконы и светло-розовые логотипы от Estee Lauder идут по флакону. Я очень сильно-сильно уважаю за то, как они оформили эту серию, эту линейку. Я на самом деле не любитель всяких гигиенических средств по уходу за губами, но вот эту линейку я не смогла не купить. Очень красиво оформляет помады Dior. Самые лучшие, я считаю, у них, конечно же, это их лимитки, которые называются Diorific. Посмотрите, насколько красиво, качественно это все выполнено. Но в то же время помады в этой линейке тоже всегда очень-очень хорошие. Такой тяжелый, увесистый флакон. Очень нравится такая гантелечка, да? Но помады внутри хорошие. И также мне нравятся помады из серии Dior Addict. И тем, как они оформлены, и тем, как... они сами по своим свойствам очень хорошие. И мне очень нравятся вот эти типа блески, но они не блески, они, по-моему, Rouge Dior Liquid, жидкие помады. Они в разных есть, и металлические блески, какие-то кремовые и что-то еще. Тоже очень
красивое оформление, такое больше похожее на классику Dior, я бы сказала. Потому что здесь вот это, как сказать, такая полосочка с классической линейки, очень диоровской. Тут еще, как видите, много помад. Вообще с помадами попадание всегда в самую точку. Lancôme один из любимых. 270-й Beige Vintage. Это полуматовая такая помада, жидкая. С, как же они назывались-то, господи, я уже и забыла. Ну, шейкер типа, да, по-моему, с вот такой помпочкой. Классно красит губы и оттенок очень универсальный, мне нравится. Дальше у меня, конечно же, красивенькие помады от Burberry, которые по своим качествам просто великолепные. И по своему оформлению даже самой помады, вы посмотрите, если мы говорим с вами только что показывали Dior, то там нет никаких надписей на самой помаде, а здесь есть. И люблю очень то, что они на магнитах, и люблю то, как они оформлены. Люблю оформление помад от Bobbi Brown, и качество у них вот этих золотых помад мне тоже пришлось по душе, хорошее. И такой, знаете, я люблю, когда пластик такой не легкий, не дешевый, не тонкий, а такой увесистый, хороший. Также для меня очень хорошие новые, недавно открытые помады Clé de Peau. И здесь история с тем, что ты влюбляешься в этот внешний вид, то, как сделан даже тюбик помады, насколько вы понимаете, это все отточено дизайнерами, придумано великолепно. И даже то, как сделан сам флакон, потому что он себя манит, он манит себя купить. И Марк Джейкобс любимый, у них тоже великолепные помады. Если бы они еще их белыми стали выпускать, то я бы вообще, наверное, любила их еще больше. Если вы знаете, выпускает ли Марк Джейкобс белые футляры помад, было бы очень интересно это услышать. Но даже черные очень красивые, очень стильные, лаконичные. Сами помады великолепные по качеству. Можете попробовать, например, 216 оттенок Kiss Kiss Bang Bang. Итак, я закончила. Спасибо большое, что вы посмотрели это видео. Пишите, какая у вас красивая и любимая косметика есть в вашей коллекции. Мне очень интересно будет встретиться с вами в комментариях. Также не забывайте, конечно же, что ваши лайки или ваши подписки на канал очень поддерживают мой канал и помогают его продвижению, если вы до сих пор не подписаны. А если подписаны, не забудьте поставить колокольчик, чтобы я не потерялась в вашей ленте. Это очень и очень удобно. Уведомления вам сразу приходят о том, когда выходит мое новое видео. И да, Инстаграм, у меня есть Инстаграм, я там появляюсь гораздо чаще, чем на YouTube. Практически каждый день какие-то обновления из моей жизни. Всем большое спасибо, что вы посмотрели это видео. И, конечно же, встретимся с вами совсем скоро. Пока-пока!